Хотя футбольный сезон уже закончился, на арене Химки вновь бурлят нешуточные страсти. Знаменитые спортсмены, шоумены, политики и артисты вышли на футбольное поле, чтобы показать красивую игру. В этот день встретились две команды. Звезда России играла против сборной олимпийских чемпионов. Под палящим солнцем спортсмены выкладывались на максимум, и к концу первого тайма счет стал больше хоккейным, чем футбольным. 5-3. Сам матч, я считаю, проходит на таком достаточно высоком уровне. Пока счет 5-2. Точнее, 5-3 мы проигрываем. Но сейчас, я думаю, мы применяем схему ко второму тайму, и все получится. Мы должны будем дать бой сопернику, а там победить сильнейший. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой команды были вынуждены состязаться при пустых трибунах. Но даже в таких условиях самоотдачи спортсменов было сложно упрекнуть. Ощущения всегда такие, как будто ты профессиональный футболист, выходишь и должен показать мастер-класс. Поэтому приятно всегда выйти, тем более на такую поляну. Здесь просто, ковер идеальный. Матч состоялся при поддержке федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и был приурочен к празднованию Дня России. Кирилл Петухов, Дмитрий Алексеев, специально для Химки ТВ.